маске класть на ночь спирт, то выход утром на улицу будет веселым и жизнерадостным. Сегодня утром в набитом людьми автобусе мужик как закричит: «Как же я по вам, блядь! Всем соскучился!» Интересно, а после коронавируса дадут путевки в санатории для лечения алкоголизма и ожирения? Всем приветики! Сегодня 31 мая, последний день весны. Впереди нас ждет прекрасное и долгожданное лето. Хочется, чтобы это лето было такое прекрасное, теплое и насыщенное. Море приключений. Я надеюсь, что скоро снимут эти все ограничения, что мы все дружно поедем на море, отдохнем, позагораем после такого, как говорится, стресса, карантина. Кто не работал, дома сидел, эти маски. Прям хочется все это снять и прям как рвануть куда-нибудь, где море, песочек белый, солнышко светит. Отдохнуть, как говорится, душой и телом. Поэтому как-то так. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.